Привет, меня зовут Самар, и сегодняшнее видео будет целиком полностью про город Куала-Лумпур, столицу Малайзии. Мы приехали в Куала-Лумпур и поселились в местной Литл Индии, индийском районе, и зашли в индийскую кафешку. Вот так вот все вируется. И вообще это принято есть руками, но на первый раз мы решили взять столовые приборы и поесть с их помощью. А это, по идее, должно быть очень острым. Куала-Лумпур, как и Малакка, взрывает мозг, потому что здесь вот на одном пятачке христианская церковь, индуистский храм. Через дорогу от всего этого современные хай-тек высотки. На газонах стоят велосипеды, которые разблокируются QR-кодом с телефона. Над этим всем проходит SkyTrain, то есть наземное метро. А вот там, в кустах, среди пальм торчит буддийская ступа. Адовый микс. Куала-Лумпур такой же адовый микс, как Малакка. Нет, больше адовый микс, чем Малакка. И я не знаю, какой гений сумочной мысли построил это, но это выглядит стрёмненько. Так, сохранить. Отправить. Все, с новогодними дедлайнами разобрались. Теперь можно идти исследовать Лумпур наконец-то. Кстати, вот так выглядит студия, которую Новый год мы снимаем в Куала-Лумпуре. Это, конечно, далеко не центр города. Я бы даже сказал, край города. Но в Лумпуре очень хорошо с транспортом, вот прямо за окном видно метро наземное, которое едет прямо до центра. На нем мы скоро и поедем. Вот так выглядит типичный кондоминиум в Куала-Лумпуре. Вот дверь нашего бокса, то есть квартиры. Такой вот себе серенький коридор с решеточками. И за окном бетонные джунгли, просто бетонные джунгли. Конечно, вечером смотрится гораздо эпичнее, чем днем. Но днем тоже ничего так. А еще в этом кондоминиуме есть не только парковка, но и бассейн. Два бассейна. И тренажерный зал, который сейчас не видно, но он здесь тоже есть. И снова каменные джунгли. Весь Лумпур — это каменные джунгли. А еще тут очень прикольная маркировка лифтов. Вот так выглядит панель лифта. Сейчас я поеду на этаж со спортзалом. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. 6М. Вот он, бассейн поближе. И здесь на этаже, кроме него и спортзала, есть еще... я забыл, здесь все открывается по карточке. Вот такой клевый панорамный вид. Читальный зал. Он же библиотека. И тренажерочка. Тренажерочка и спуск к бассейну. Вот так выглядит скромный бассейн в скромном кондо на окраине столицы Малайзии. А я поеду в центр. Но прежде чем ехать в метро, нужно получить жетончик. Жетончик в Бангкоке дает такой вот автомат. В этот автомат кидаешь деньги, вводишь нужную станцию, вводишь деньги, передает жетончик. Жетончик нужен всю поездку, этот автомат. Давай. За что я люблю наземное метро, можно отлично смотреть город, пока едешь. И Куала-Лумпур — это самый индустриальный город, что я видел. Стройки, 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 стройки. Автобаны, 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 автобаны. Город дорог и небоскребов. Открытое метро — это счастье.
You are now approaching Samantha. Exit to the left door. Почему важно сохранять бетрончик? Потому что при выходе из метро его сдаешь, значит ты не выйдешь. А мы приехали в центр, где торчат они. Петронас Таверс. Я не буду никак комментировать эти виды, просто насладитесь их офигенностью. Сейчас мы находимся в Petronas Towers, именно в внизу. И здесь во всю Новый год. Конечно, новогодние украшения елки здесь смотрятся странно посреди жары и пальм. Но красиво, не поспоришь. А вокруг шумит ТЦ. Огромнейший, просто огромнейший ТЦ. Наконец-то сбылась мечта, я увидел вживую их Petronas Towers. Они действительно очень крутые, очень высокие и очень индустриально смотрятся, потому что все это, вся эта блестящая сталь, вся бетон вокруг. А вокруг раскинулся очень символичный парк, детская площадочка. И одно из многих мест в Куала-Лумпуре, где можно просто посидеть на траве, как сейчас делает Фрам. Местами Лумпур очень напоминает индустриальные части больших украинских городов. Например, вот вылитый Московский проспект, если вы понимаете, о чем я. Вот это здание вообще как на родине оказалось, честное слово. Царство бетона, стекла, бетона и асфальта. Река в центре города зачем-то наполняется туманом. По краям реки стоят дым-машины, зачем-то нагнетают туда туман. Я не знаю зачем и почему, но выглядит это очень интересно. Разочарование будет в следующей серии, поэтому подписывайтесь, смотрите дальше. А я пойду спать в прекрасном, тихом, чистом море. Наконец-то оно тихое, наконец-то оно чистое.